А вот, кстати, среди всего, что там было в интернете по поводу, скажем так, рекламы этого концерта, ну, там было название про самолеты, вертолеты и людей, это действительно так. Самое главное, конечно, люди. Но еще такая фраза там, помню, мелькнула, осенний концерт. Ну, как-то надо все-таки действительно к этому хотя бы обозначить, что он действительно осенний. Но в барабане дождь по крышам, мечтают стать мариновой лужи. И вот он всю на землю выжил, по небу тучи ветер кружит. Темно за окнами ненастье, а мне здесь светит с полстагерца. Не дождь печаль всю смоет сердце, и значит он сегодня к счастью осени. Небо нынче цвета стали, деревья под листву стали, и в миграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. По паркам ветер листья носит, неделя тянутся резины, и пес голодный булку просит, когда иду из магазина. Его такси ожила погода, он, как и я, продрог жестоко, и как ему мне одиноко. Видать, такое время года. Осени, небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в миграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. Мечтает стать морями лужи, а я по-прежнему мечтаю в душе избавиться от стужи. А я мечтаю улыбнуться и, может, даже рассмеяться, не превратиться ближе в паяца. Мечтаю я к себе вернуться. Осени, небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в миграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. Спасибо. Ну, если у нас, или как у вас, у нас
для меня это очень всегда сложная фраза. Я опять отвлекусь немножко. Завтра вот возвращаюсь в Минск и с собой забираю моего близкого-близкого друга. Он сегодня просто на юбилей у своего близкого приятеля. Он у нас, ну, как я, главный летчик, замкомандующего ВВС и ПВО Беларуси по авиации, ну, начальник авиации, генерал Александр Карев. Я как-то, ну, мы и дружим, и по работе приходится общаться. Вот эти учения были, Запад-2017. Я ему звоню, говорю: «Саня, наши летают завтра?» Он такой: «А ты где?» Я говорю: «В Минске». Он: «А наши это кто?» Я понимаю действительно, что он, ну, правильно задает этот вопрос. Поэтому да, ну, у нас, у вас в Москве и у нас, опять же, в Минске действительно прохладно. Все-таки уже тут вот крайний месяц осени, дальше зима. Но я скажу так, что в некоторых местах погода, конечно, откровенно летняя. И не только птицы улетают в теплые края, а вот на днях буквально уже стальные птицы, не махая крыльями, а просто оттолкнувшись от земли, из Кубинки улетели в теплые края. Это пилотажная группа «Витязева». Взяли так это самое своими самолетиками и сбили стайкой, улетели в Дубай. Там Дубай Аэр-шоу, салон в арабских, в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, собственно говоря, в эту тему песни. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны, часовые пояса. Мы на работе, в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят, верблюды или аэроплан. Не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят,
чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька же дуб, Покрышкин, Чкалов, на помощь к нам не прилетят. Но там, на небе, не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизни, коли заниматься лётным телом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. То на земле давно всё за пределом. На жизнь, коль заниматься лётным телом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Как жаль, что на земле всё за пределом. Я вдруг подумал, ну или вспомнил, вот Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Мы своей программой НТВ-шной работали на Максе, когда, и вот в этом году, ну, была премьера такая, пилотажная группа «Аль-Фурсан», именно из Объединенных Арабских Эмиратов, очень интересные ребята. Их учили итальянцы из пилотажной группы «Фречи Триколоры». Такой достаточно необычный случай, когда пилотажников отправляют, ну, Эмираты могут себе это позволить, их отправили в Италию, их там обучили, вернули. Ну, в отличие от итальянцев, они летают очень аккуратно, потому что итальянцы — это обезбашенные люди. И вот просто я помню, что, ну вот сейчас я говорю, в тепло полетели. Наши-то летают в любых условиях, а эти прилетели к нам в июле работать. Причем, ну, мы разговаривали с командиром группы, он говорит: мы когда в июне приехали, мы думали, а как здесь у вас зимой работать вообще? Нормально, то есть у них, как бы, вот они это посмотрели, у нас для них зима. Ну, некоторым машинам все равно, нашим, отечественным, советским, российским, не принципиально, какое время года стоит. Как-то вот, опять же, давно мы делали в нашей программе репортаж про миротворческую миссию в Сьерра-Леоне, уже давно, лет 10 назад. И наши летчики рассказывали, у них соседями были французы, говорит, ну, проходит там тропический этот ливень, там, муссонный или какой он, все, французы там, как бы, у них эти пумы, вертолеты стоят, они бедные, там, не знают, что с ними делать, и достаточно долго стоят. А мы, говорит, нормально капоты пооткрывали, говорит, просушили там в течение полудня, под солнце-то жарко, и все, и полетели, что сказать, милевские машины. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не дожиру быть бы живу, столько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам светокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручила, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. То, что в небе, а ты-ба-ты, так
которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. И поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами, ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Спасибо. Ну, кстати, возвращаясь к Сьерра-Леоне, там разные вертолеты были. По условиям миссии Организации Объединенных Наций вся эта техника красится в белый цвет, ну что наземная, что летающая, там эта аббревиатура наносится UN, United Nations. Ми-8, Ми-26 там как-то не вызывает эмоций, к этому привыкли, но миротворческий Ми-24 в белой окраске, это что это, конечно, это, по-моему, только там было. Ладно, Маша. Я чуть было не проспал все, вроде не гудили мы вчера. Зацепил, разбил будильник, как любимый подзатыльник. Вот и Маша, доброе с утра. С дуру видно, с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папашу, точно летчик, без царя в башке. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он не вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти.
В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в жесе ледном прописался, но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю, где тук-тук, не слышу под собой. Лампой красным семафором, а мне кричат с панели хором: парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы: делай то, не делай это. Шеф, ты поведь ласково, держись. Танцевать я в небе вину, с перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя упиться, Маша. Мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Водают, ты слышал, милый? Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение уткнешься. Борозду на брунте пропахал. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черный командир тут с ними, растолкает всех, обнимет. Что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из реки. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу. Нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись. И самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, и я, и самолет. Мы вернулись, я, и самолет. Спасибо. Я что-то вот оглянулся, и все время вот я всегда с искренним уважением и благодарностью отношусь вот к тем, кто приходит вот на эти места. Это, ну, там тяжело сидеть, у них вот, вот этот динамик, там отверстие для сабвуфера, куда можно ставить кружку с пивом. Единственное, наверное, полезное назначение. Спасибо. Ну, это если мест нет, то и там места забирают. Я скажу так, что у меня в гнезде глухаря здесь вот, именно здесь возникла такая традиция. Наверное, многие обратили внимание, каждый, ну, практически на каждом концерте пою какую-нибудь такую песню, не свою, которая просто мне нравится. Я обычно чужие песни пою дома на кухне, но могу позволить себе здесь одну песню спеть, к примеру, ну, не считая Дня Победы, когда я такие общеизвестные вещи пою. Некоторые говорят, что совершенно неожиданные вещи. Мне сегодня, кстати, пришло там сообщение в Одноклассники,
женщина напишет, говорит, я вот искала песню «Туман, туман», и тут нарвалась на вас. Нарвалась. И, в общем, ну, дальше начала слушать «Спасибо», там, образно говоря. Любимые песни разные. Я сейчас говорю, вдруг вспомнил «Глюкозу», к примеру. Я думаю, в общем, могу послушать, она меня устраивает в том плане, я в машине слушаю, когда ночами езжу, и не, ну, вот почему-то при ней я не засыпаю. Но, то есть уже вроде как нравится, так думаю, ну как я тут буду петь «Юра, Юра, Юра», я такая дура там. Вот. Нет, сегодня песня, конечно, совершенно другого формата. Это «Далекое детство». Такая первая половина 70-х годов. Родители служили в Казахстане, МБ-5 такой полигон, там гарнизонный дом офицеров. Я вот помню, я-то с мамой вообще на сцену выходил где-то лет с 5, если не с 4. Мама пела и прекрасно поет еще вот даже сегодня, уже на 9-м десятке лет, может дать вот так. Ну и я либо просто стоял на сцене рядом с ним, а потом это как-то быстро переросло со временем в то, что я стал песни какие-то петь, детские, не только детские. Помню, все время возмущался, я пел такую песню, если ну, люди в относительном возрасте помнят военную песню. «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Вот, и на словах там что-то «вернусь, обязательно женюсь», весь зал начинал просто хохотать. А я такой маленький стою, и помню, мне все время было так обидно, думаю, чего они смеются. Вот. Но та песня, которую я спою, я, ну, наверное, пел, если не в первом, то во втором классе. Помню, аккомпанировала мне какая-то там тетечка на фортепиано. Может быть, я внезапно она мне пришла в голову, что я могу ее спеть, но действительно нравилась и нравится. Может, потому что ноябрь на дворе. Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Что тебе снится, крейсер «Аврора», час, когда утро встает над него? Может, ты снова в точках мохнатых вспышки орудий видишь вдали, или как прежде в черных бушлатах грозно шагают твои патрули? Или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули? Волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей. Судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Ветром соленым дышат просторы, молнии крестят мрак грозовой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой?
столетие Великой Октябрьской социалистической революции, мы можем по-разному относиться к этому празднику. Хотя, кстати, вот этот мультфильм, где прозвучала эта песня, он, ну, он, понятно, да, про революцию, но просто я вот тогда смотрел совершенно другими глазами, чем нынче, потому что песня-то, вот заметьте, Шаинского, она... Мне это особой революции нет. Просто, ну, действительно, корабль-то уникальный. Он побывал в Цусимском сражении и вышел оттуда, ну, с пробоинами там и так далее. Вот. Мы сегодня можем на него смотреть. Это просто потрясающе. Действительно, вот, боевой корабль. В этой связи вспоминаю, тоже в 87-м году я еще в военном училище учился в Питере. И помню, мы участвовали в параде в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В знаменном батальоне открывали парад. Мы все были такие гордые, отбирали всех по росту. Я шел в последней колонне, отставить, в последней шеренге, потому что был так, не того роста, как там те, которые шли впереди, но все равно очень гордился. Я помню, нам дали аксельбанты, на шинель мы их повесили, нам разрешили потом еще в увольнение с ними уйти, мы ходили гордые по городу. Вот. Я знаю, с Питера тут приехали мои замечательные друзья, спасибо. Ну, действительно, специально на концерт приехали, поэтому еще одна песня, ну, уже моя, она питерская. Это фактически мой родной город. Конечно, опасно петь про конкурирующий город в Москве, две столицы. Вот. Но я позволю себе такую вот вольность такую. Ну, вообще, я всегда боялся писать про Ленинград, потому что, ну, про него очень много написано, выдающихся там, или даже великих авторов, поэтому то, что я когда-то давно написал, я считаю, это так, ну, в каком-то виде литературное. Вот, да, вот, ага, это тоже, это полковник из Санкт-Петербурга. Жень, спасибо, что приехали. Вот. Снова июнь над Невой. Время надежды чудес. И над моей головой белое море небес. Выйду на улицу в ночь. Набережные пусты. Грусть и сомнения прочь. И разорвались мосты. Белая ночь над Невой опустилась. Видно, когда-то жемчужина мира белой вороной от стаи отбилась и улетела на север Пальмира. Красный копченый кирпич, самой известной тюрьмы. Помнит, бывал здесь Ильич. Это не помним лишь мы. Он теперь рядом стоит, камнем на броневике. Годы за нами взлетит. Держим ли курс по руке? Белая ночь над Невой опустилась. Видно, когда-то жемчужина мира белой вороной от стаи отбилась.
разбилась и улетела на север Пальмира. Невский суровый гранит, сколько за жизнь повидал, кровь революции хранит от наводнений устал. Город любимый во сне, ночь словно сумрачный тень. И где-то кажется мне, бродит здесь Бродского тень, белая ночь над него опустилась, видно, когда-то жемчужина мира белой вороной под стаей отбилась и улетела на север Пальмира. Не буду говорить, за какую футбольную команду болею, но мало ли. Я вообще, в принципе, к футболу отношусь спокойно, но я помню, я был на втором курсе, когда «Зенит» чемпионом стал в 1984 году. Это из нового диска, кстати, над которым сейчас работа идет, такая, ну, относительно интенсивная. Меня сегодня уже спрашивали, когда новый диск. Я сказал, что вообще все вот несколько предыдущих, они на каждый уходило по 3 года. Поэтому так, ну, терпение. Но, в общем, я надеюсь, что все-таки это будет гораздо быстрее, потому что там все песни возрастные, там, или старые, как можно сказать, это лирика. Вот. Недавно, кстати, вот опять же об этом новом диске разговаривал с очень близким другом, летчиком-испытателем. Он говорит, а что там-то? Ну, я говорю, ну вот записал там столько-то песен, но на какие? А он знает хорошо там, что у меня есть. Я ему начинаю перечислять. Он говорит, слушай, говорит, из того, что ты перечислил, всего лишь 2 песни, в которых не встречается слово «ночь». Я подумал, ну да, действительно. То есть, в общем, у меня было рабочее название одно, а после того, что он мне сказал, я уже так по-другому решил его назвать. Потом, когда здесь презентация будет, а она будет, вот, ну вы увидите. Ну, в общем, все оттуда. Ночь поднимает черный флаг и начинает свой отсчет. Рулеткой нечет или чет. Стучат часы, тик-так, тик-так. И в венах кофе гулкий стук. Меня не делай бодрее, беру гитару поскорее, она спасательный мой круг. Меня хандра в свой плен захватит, я пятый угол здесь ищу, я сам себе за все прощу, и сигарет мне на ночь хватит. Сигарет мне на ночь хватит. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-та-та-та-та-та. Рогатый месяц за окном.
зацеплен, как теннис руки. А я узнал, наверное, днем, как есть на свете ж дураки. Квадраты окон не горят, покой твердо ночь хранит, лишь я курю, вдыхаю яд, а город буднично храпит. А за бессонницу не платят, мне часовым стоять черед. Надежда есть, рассвет придет, и сигарет мне на ночь хватит. И сигарет мне на ночь хватит. Может, пьяна идет по луже, смело вброд. Его, наверное, ждет жена, меня же ждет здесь только кот. Со мной нарядом мирно спит, мурлычет, видит пятый сон. Кастрюлька мяса, и он сыт, и молока почти бетон. Еще с дымком гора курков с пепелком, а за окном встречают осень, поют ветра и листья носят, и кот на кухне что-то просит. Кот на кухне, вспомнил, думаю, ладно, спою. Но она тоже будет на новом диске. Я неспроста посмотрел в тот угол. БЛБ, такое название у нее только на диске будет. Это просто, чтобы я человек ленивый, потому что написать для меня бизнес-леди блюз, это сложно. Просто БЛБ. Ее разбудит кошка на рассвете, остатки сновидения смоет души. На завтрак легкий йогурт при диете, и быстренько помада, пудра, душ. Посуду бьют за стенкой у соседей, с утра привычно ссорятся, шумят. Из зеркала посмотрит бизнес-леди, ей кошка на прощание скажет мяу. И кошка на прощание скажет мяу. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да. Работа, офис, шум, переговоры, завистливые взгляды хуже пули. Но тикают часы, погаснут споры, день за спиной, и ей пора за руль. Она неплохо ездит на машине,
бутылка, где запаска не найдет. Да, впрочем, есть для этого мужчины. А дома ее только кошка ждет. И дома одиноко кошка ждет. Она читает караван историй, как способ вечер как-нибудь убить. Не очень верит в эти все лавстори и в песню, что любовь нельзя купить. В шкафу висят оружие, наряды, она их может на ночь полистать. А кошка скажет: мур, лежит рядом. Мол, день прошел, пора хозяйка спать. Ночь за окном, пора хозяйка спать. Секунды превращаются в неделю, и жизнь напоминает бизнес-план. Расставлены приоритетно цели, и если что, то маленький обман. Она без сожаления позволяет, ведь глупо доверять себе судьбе. Идет по жизни, вот и гуляет, как кошка, что сама и по себе. Как кошка, что сама и по себе. Та-да-да-дам-пам. Та-да-да-да-дам. Зигзаги в личной жизни и карьере когда-нибудь пройдут и сразу в дамки. Ну а пока в своем стеклянном замке она одна, и кошка в интерьере одна, и только кошка. Разговор не клеится, и ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом прикинулась мечом, а мы болтали шепотом, все как-то ни о чем. А мы болтали шепотом вдвоем. Подмигивал светильничек, и чайничек шипел. Тикал в такт будильничек, и я про что-то пел. Огром далеким рокотом напоминала весна. Мы танцевали шепотом, уже не допоздна. Мы танцевали шепотом, уже. Уже почти полтретьего, сон не для двоих. Нам бы лучше третьего, и просто на троих. К рассвету кто-то стопотом по лестнице сбежал. Мы целовались шепотом, и дождь нам не мешал. Мы целовались шепотом, и дождь. А стрелки время мерили, летел за часом час. И
мы почти поверили, получится у нас. Узнать бы как-то, что потом и вечное когда. А мы прощались шепотом, наверное, навсегда. А мы прощались шепотом, наверное. Ночным таким песням пробежался, а все равно куда, ну, никуда не деться мне от валютных песен, мне все время тянет туда. Вот. Земле ходить не спорят, и поле считая километры. Ну а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себя и здравствуй, небо. В небе опираюсь я на воздух, каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю, с шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет, на виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет, стонут лонжероны и нервюры. На петле мне ветер подпевает, небеса с землей перевернутся. Возмущенный воздух, воздух болтает, главное мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть туман повиснет на полгода, слякоть или дождь, я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, и я рискую. Я потом на свете все до краю, за мгновение те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю, и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю, и летаю в трех координатах. Дай-дай-дам, па-па-па. Каждый день по жизни как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Начало 12-го, нам надо как-то уже потихонечку это самое входить в зону, там к четвертому развороту. Да, я уже одну сегодня песню пел, где фигурировал автором музыки Шаинский. Здесь тоже есть Шаинский, хотя это Анисимов тоже. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Сейчас петь будете. С днем рождения поздравит, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш до небес меня. И казалось, до небес казалось малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш эскимо на вертолете. Даже если сильно ждете, не
бывает, не найдете. Сказка ложь, мультик врет. Вряд ли вы меня поймете, но хотелось жить в полете. Из детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Ну-ка, полетели. Вертолет. Вертолетик. Весен, облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкой ушат газ. Торты, эскимо, конфеты все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут, и в десанте, и в пехоте. Мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. Ну там фланг такой активный, правильный. Как мальчиш плохиш из книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, а добрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не отдам. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружим. Он герой, я им горжусь. Грозно. Вертолетик. Выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись только мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, заботясь о пилоте. В детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускаем? Запускаем. Вертолет. Спасибо. Я еще хотел бы сказать вот туда на камеру спасибо тем, кто это все смотрит, всех нас. Просто, ну, большое спасибо действительно тем, кто там вот около экранов компьютеров, в первую очередь моим близким, любимым, родным, и, конечно же, огромному количеству друзей. Не знаю, сколько их там, но они, по крайней мере, я знаю, что смотрят, причем даже от Дальнего Востока. У тех уже так где-то утро, иногда они мне звонят ночью, говорят, да у нас хорошо, тут уже солнце светит. Thank you.
Хочешь, хочешь ночью тебе обитать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать и ночью толкну поверхность улететь и, коснувшись звезд, отчасти петь. Главное — хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь. Знаешь, небо можно обнимать, главное — летать. В звездной вышине, в бряме, а не во сне, обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами, опьянеть. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить, летать и успеть. Спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта сумеешь. Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь несложно улетать. Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно бить. Главное — любить. В звездной вышине, время не во сне, обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами, опьянеть. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить, летать и успеть спеть. Хочешь, хочешь, научу тебя летать. Дорогие мои, спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Обязательно, как всегда, я говорю, что мирного неба всем. Больше-то нечего желать. Здесь очень много в зале людей, которые знают цену именно мирному небу, которые много чего прошли и впрямую смотрели смерти в глаза. И они вот сегодня здесь сидят. Давайте им поаплодируем. Поесть, поесть здесь. Мира вам! Как обычно, вылет срочный, знать приезжали наши точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых кармах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый свод.
Запускаясь без газовки, техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке, два грача идут нам вслед. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражи, мы, братом, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся на горке. Ничего себе разборки, но ведомый, не зевай. Внизу лежит пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля поперёт. До ворот бросаю фобы, и на поводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтал самолет. Растира, как паутина, маневрирую активно, шилописная картина. Как собрасова грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, вновь земляне отвечают. Ну, разведка не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я заникаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я, буксотый груз, нахрена пошел я в качу, вот Ульянус. Все иначе, был бы дом, машина, дача и возил бы арбуз. Грач, бедняга, изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу, я как разные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадают. Под глаза мне разъедают, нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПУ, как пушка танка, грохот выстрелов болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой маска. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, из расхода в НБК имитирую атаки. Выходить пора из строки, ведь почти сухие баки. И подрубаны бока. Мне вагончик от морозом, грачу столкнул лосом. Значит, если под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушники я слышу эту мэ. Спасибо вам! Довернули, позади снаряды пули. Уравнение вернули, держит в воздухе грача. Борт летит на частом слове, а из носа капли крови. Знает санчасти, на здоровье получу я от врача. Дальний, ближний, вот и бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Мирного неба, здоровья, любви. Спасибо, спасибо, дорогие. Обязательно приходите 23 февраля. Споем, конечно.